внимание от соседей. Команды «Ночные легенды», давайте. Да, у нас нож. Осторожно. Магическое доказание. Тридцать секунд. Итак. Мы их прощаем. Итак, вас простили, друзья мои. У нас магические наказания. Если вы ничего не придумали, наказание падает на вас. Итак, друзья мои, команда «Ночные легенды» выходит сюда, показывает свое магическое выступление. Это скрип, эхо, шаги, звонок, крип. В кромешной тьме, услышав скрип, проснувшись, эхо повторило. Шаги, пройдя свой путь, оставив звук, исчезли в темноте. И вновь уже звонок нарушил тишину. И снова скрип двери, и тьма открыла двери. И дикий крик пронзил ночную тишину. Итак, друзья мои, страшные духи команды «Чебурашка» только выходят из лесу, поэтому... Итак, команда «Адреналин», которая боялась своего выхода. У них еще духи идут, они через окна лезут. Вот они, а вам мать! Нет, у каждого есть своя роль. У меня есть сценарий. Давай сейчас разойдемся в стороны недалеко. Я читаю, а вы... И вечером, когда девочка ложилась спать, она, конечно же, завела будильник. И будильник расположился рядом на столе. И только девочка стала засыпать, как в дверь вошел Чебурашка. Вошла. А где пить? Чебурашка? Чебурашка потопталась. А девочки? И, собственно, забрала девочку с собой. Стул ретируется. Телефонную будку. Замечательно. И они еще не знали, вы куда ушли? Мы еще не знали. Что за эту ночь вам предстоит преодолеть очень много проблем. Но мальчик и Чебурашка ждал очень нервно и неадекватный сторож. Я вас пока не легла еще танцевать. Сторож упорно не хотела спускать их, но они знали, что им необходимо найти кот. Кот! Какой кот? Нет, тут как кота ходит, тут сладкий кот! Согласна. Мочалку прости меня. И тут зазвенел будильник. Будильник прозвенел, но девочка проснулась. И поняла, что это всего лишь был сон. И все герои испарились. Ваши магические выступления. Но вы же хотели там чуть-чуть.
выучить слова. Под ваши аплодисменты я хочу обратить внимание, что к моменту магического выступления половина магического состава команды бесспорно убежала. Друзья мои, это заклинание команды бесспорно. Включай Леди Гагу. А можно теперь не быть? Друзья мои, в обычной жизни есть бармен-шоу, в нашем волшебном мире нет лос-шоу. От начинающих волшебников команды «Бесспорно». Обращаясь, сколько эмоций. Неплохо. Ну кто ж так пишет? Привет. Алло, Стас, пишите. Тут, короче, или 3, или 8. Ну дальше придумаем. Отлично, под привет. А он так и всегда мы играем. Аплодисменты, друзья, в команде «Адреналин». Можно еще поугарать немножко? Посмеюсь. На самом деле, все, присаживаемся. На самом деле, я хочу всем напомнить и сказать, что дозорные люди – это не только всесторонний развитие и личности, но это также еще люди без комплексов и люди, которые ничего не боятся, никого не стесняются, в принципе, что они демонстрируют на агентов, когда туда приходят. Вы заставляют делать все, что угодно, и вы ничего не боитесь, никого не стесняетесь, при толпе чужого народа можете делать все, что вас просят, да? Потому что вы под адреналином, вы кайфуете не созори. Сейчас я попрошу вас немножечко оставить свои уютно вкусные места и встать. А музыку можно потише. Да все пойдут снимать. Потише. Приготовили ваши ручки, ножки, немножечко активности. Давайте проснемся, побежим, поорем, потопаем. Нет. Вам надо только повторять за мной, ускорять темп, и чтобы все это делалось в позитиве, бодрячком. И давайте дружно. Большая, дружная, дозорная семья. Как всегда должно быть? Понятно, уже продолжают там все. Так, давайте поиграем с вами в игру. Руки, ноги, все надо, эмоции, мимика с улыбкой. Итак, повторяем за мной слова и движения. У оленя. У оленя. О, дом большой. Дом большой. Он глядит в свое окно. Он глядит в свое окно. Зайка попу любит. Зайка попу любит. Стоп. Зайка попу любит.
И ушами шевелились. Тук-тук, дверь открой. Там в лесу охотник твой. Зайка, зайка, забегай-ка, лапу мне давай-ка. А теперь все вместе повторяем. У оленя дом большой, он глядит в свое окно. Зайка вопою бежит и ушами шевелит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник свой. Зайка, зайка, забегай-ка, лапу мне давай-ка. Адреналин. Выпала честь вытащить одну из этих. И никому не показывать листочков, кроме своей команды. Итак, друзья мои, я напоминаю, что в каждом нашем магическом экзамене каждый из вас зарабатывает баллы. Сейчас, если до этого вы зарабатывали по одному баллу,